что-то не так сделала. Так. Ну, не по своей вине, поэтому здесь сейчас самое главное тренеру поддержать спортсменку, чтобы она не расклеилась. Тем более, хорошо выступила на брусьях, дальше у нее еще два снаряда, да, бревно и вольное упражнение. Там, как говорится, все впереди. Концентрация понадобится еще больше. Диана Варинская готовится к упражнению на бревне также. Вот ей как раз-таки уже после двух падений на брусьях тяжеловато, наверное, здесь. Да ей так бы просто показать все, что она умеет. Она умеет многое. Вот у нее манера, стиль, руки красивые, линия красивая. Сейчас она акробатическую линию почти хорошо. Мы видели, дрыгнула ножкой, это небольшая ошибка. Стиль, правда, действительно красивый. Но, и ах ты, работает. Соскок. Ой, прыжочек в кольцо, конечно, еще бы чуть больше согнуть надо было ножку. Ну, прошли. В шпагаты она довольно достойно выполняет. Это прыжковая гимнастическая серия. Это необходимо по специальному требованию работы на бревне. Вот она, 360, и поймала себя. Ну и достаточно пока. Сальто махом. И... А, надо. Вот эта связка называется акробатики с гимнастикой. Засчитываем, хоть была некоторая пауза. И здесь все хорошо пока. Но она так, знаете, идет ва-банк, я бы сказала, потому что, ну что же, Варинск уже все знают, эта девочка уже такого известного плана. Молодец. Видите, подъем у нее такой говорящий, все это у нее хорошо, красиво. Ну, соскок. Вот так вот. Молодцы. Собралась. Собралась после неудачи.